Забайкальцы продолжают следить за судьбой Ксюши Павловой после того, как в январе этого года всю страну потрясла история ее маленьких братьев, которых вместе с Ксюшей пьяный родственник запер в холодной бане. Здоровье и состояние Ксюши волновало каждого. И вот хорошая новость из Санкт-Петербурга. У девочки появилась возможность ходить. Об этом в одной из социальных сетей сообщили участники группы «Поможем Ксюшеньке». Теперь все, кто неравнодушен к ее судьбе, могут увидеть фотографии и видео счастливой Ксюши в одной из социальных сетей. Как сообщили нам в органах опеки, девочка чувствует себя хорошо. После возвращения с летнего отдыха на море 8 августа ей поставили протезы, сделанные по спецзаказу в филиале германской клиники в Санкт-Петербурге. Первые шаги Ксюше давались с трудом, передвигалась она только держась за руку, либо с ходунками, а сейчас учится ходить уже без посторонней помощи. Средства на протезы были собраны благодаря неравнодушным жителям не только России. Деньги поступали и из-за рубежа. Напомним, Ксюша и Женю Павловых взяла под опеку семья из Санкт-Петербурга. Сейчас девочки живут в большой дружной семье Натальи и Сергея Богачевых вместе со своими новыми сестрами и братом.